Людмила Бурамович, мы же те деньги, которые вы нашли, да, на 50 миллионов, подрядчик провели все. Конкурс, начали ремонтные работы и рухнуло перекрытие. Мы эту сторону обесточили. Это у нас кабинет было звукооператора. Чудом, что никого здесь не было, да? Да, да. Это случилось 9 вечера. Как посмотреть будем? Какая-то смета есть? Людмила Бурамович, мы сейчас провели, сделали экспертизу несущих конструкций всех. И заключение такое, что далее здание непригодно. Поэтому вы работы остановили по... Мы работы остановили. Да? У нас только работы начались. Там демонтажные, порядка 2 миллионов. То, что они сделали. И теперь кто проводил экспертизу? Насколько они компетентны? Сколько Шереминов строймонтаж? И дали на руку заключение? Я так посчитал. Да. Когда произошло? Это произошло 21-го. Так быстро сделали экспертизу? Да, да, не инструментально, сразу же. Мы сразу же их вызвали, в тот же день вызвали, заключили договор. Они проверили все, и грунты посмотрели, быть все посмотрели. Отстучали бетон полностью. В этой части или по всему зданию? По всему зданию, да. Сколько лет уже? 59-го года. Первое у нас было танцевальный зал, а тогда Нового года у нас потолок обрушился, часть. Здесь и... межэтажное перекрытие деревянное. Ну, теперь это, смотрите, главная часть культуры получается. Да. Мероприятие будем проводить. Ищем типовой проект какой-то. И вот сейчас те деньги, которые выделены на ремонт, попросили, чтобы, ну, смету сейчас составим. Ну, надо будет его демонтировать, чтобы оно не стало здесь огородиться, демонтировать. Давайте так тогда. Здесь уже существовать Дома культуры не будет однозначно. Поэтому давайте разбирать. Ну, чтобы все законно было. Законите. Возьмите все бумаги через пусть они тоже свои экспертизы проведут, чтобы у нас не получилось, как враг народа сет за нас все разрушил и пропал. У нас когда-то было же, здесь парк разобрали, но не собрали. Да. То же самое, чтобы не получилось. Поэтому и параллельно надо делать проект-сметную документацию. Все есть. Но здесь вот тогда с парка надо смотреть, надо делать, надо уже типовой хороший делать, чтобы у нас хотя бы 300-400 посадочных мест было. Здесь сколько посадочных? Здесь 206. Вот надо увеличить, чтобы могли потом завтра купать концерты какие-то проводить. Все-таки город, одна страна просто. Ну и население города само по себе большое. Смотри, надо найти типовый проект сюда, помочь. Хорошо. Вот. И вот это здание, раз оно уже дальше восстановление подлежит, надо его сносить, новое здание ставить здесь. Хорошо. Мы подвигаем по городу. На поезд на деньги берем? Вот, а потом уже начнем строить. А параллельно надо заниматься проектом, потому что сносить тоже будете приличное время. И можно выйти к весне будущего года на строительство. По-хорошему.